Итак, часть вторая. Начнем наконец-то парить. Это видео буду я резать, то есть я буду парить. Потом, чтобы не менять вату, я буду пропаривать основу безникотиновую, то есть чтобы ватку очистить. И в принципе так буду делать после каждой жижки, чтобы, соответственно, наше видео заняло не так много времени, если это все делать в реальном времени. Вот, начнем с конца и начнем с ликвы. Пробовать это все буду на HCigar Nano 0,3 Ома, 50 Вт. Парить это будет на дрипке, которая у меня сейчас в топе, моя самая любимая дрипка в данный момент. Это Freak Show второй версии на 25 миллиметров. Только с нижним обдувом я буду пробовать, дабы получить наибольший вкус. Наваливать, соответственно, я цели нет, поэтому будет 50 Вт, только нижний обдув, и, в общем, чтобы именно раскрыть именно вкус. Вот. Ну что ж, вот здесь уже у нас ликва залита, и давайте пробовать. Ну, в принципе, как бы ликва есть ликва, ничего особенного, абсолютный середняк, такой бюджетный вариант. Но очень даже неплохо, печеньки, ну да, что-то похоже, что-то вроде того, какой-то карамельный вкус. В общем, довольно-таки парибельно, но опять же ничего особенного. То есть никакого эффекта вау здесь нет, просто нормально, вкусненько, на каждый день, я думаю, самое оно. Да, неплохо, неплохо. Идем дальше. Так, следующее у нас по порядку Two Scoops Strawberry Crumble. Ну, то есть у нас такое пирожное с клубникой. В общем, пробуем. Напомню, что среди всех этих жиж, если я не ошибаюсь, это самая дорогая жижа, самая типа премиумная. Вот, и к ней наибольшие претензии, в принципе, будут предъявляться. И вот могу сказать, что как-то эффекта вау тут точно нет никакого. И клубники я вот реально не ощущаю. Я чувствую просто какая-то кондитерка непонятная. Вкусно, да, сладенько, но как-то ничего особенного. Вот честно скажу, ничего особенного. Если бы я не знал, что это Two Scoops, то я подумал бы, что это, ну, просто обычная какая-то нонейм жижа, ну, какая-то самоделка. Ну, в общем, эффекта вау нет. Я немножко разочарован, вот вам честно скажу. Вот. Ну, в общем, едем дальше. Так, следующая жижа у нас Zen Sensation. Это у нас, по-моему, что это у нас? Персиковый крем. Персиковый крем без никотинка. Пробуем. А вот это мне нравится. Вот это нравится. Персик вкусненько. Вообще Zen Sensation я уже не первый раз беру, и в принципе мне она нравится, данная жижка, данный вкус я впервые пробую, и класс, класс, и Zen Sensation меня в принципе продолжает радовать. Да, чётенький персик, вкусненько, навалисто, в общем, все хорошо.
DN Sensation класс. Едем дальше. Следующая жижка, это у нас Jam Monster, черника, с маслом и на тосте. Пробуем. Необычный вкус. Необычный вкус. Да, не голая черника, а именно вот да, ощущение того, что ты как какого-то бутерброда. Бутерброда с вареньем. Тоже очень-очень даже неплохо, вкусненько, навалисто. В общем, очень даже хорошо, очень хорошо. Едем дальше. Так, дальше у нас жижка Юнтво, если я правильно произношу. И это у нас Cool Orange. Кстати, у меня тут немножко уже сопротивление изменилось. Было 0,3, сейчас уже 0,28. Так, в общем, пробуем. Прямо обжигает холодом просто. Аж мурашки побежали. Реально прохлады здесь просто немерено. Немерено. И на фоне этого апельсин. Ну, все четко, как и обещано. Но апельсина, так сказать, на фоне, а основное это, конечно, прохлада. То есть, ну, как будто какой-то ментол. Один голый ментол и плюс немножко апельсинчика. Летом самое оно. Как это парить в другую, в другое время года? Ну, зимой, не знаю, но вот летом, наверное, оно самое оно. Опять же, неплохо, неплохо. Едем дальше. Следующая жижка у нас 1765 Манго Кинг. Из всех жижек эта жижа выделяется уже на фоне тем, что сильнее всех пахнет. Просто, ну вот, когда я ее закапывал, просто запах, конечно, идет очень сильный, ну и приятный. Так, как же она теперь на вкус, проверим. Вкусно. Очень-очень достойно. Не знаю, чистый здесь манго или что-то еще, но манго точно чувствуется. Плюс, ну, плюс что-то еще. Конечно, это что имеется под названием в виду под Манго Кинг. Но кроме манго здесь присутствует что-то еще. Ну, в любом случае, жижка очень прикольная, вкусненькая. Опять же, мне понравилось. Едем дальше. И последняя жижка на нашем барчике, нашей дегустации EH20. Это у нас ваниль с кремом. Напомню, что здесь соотношение VG-VG 60 на 40. То есть здесь у нас, по идее, меньше всего навала должно быть. Ну, пробуем. Ну, такое что-то непонятное, честно говоря. Я даже сказал бы, что-то специфическое. На любителя такой специфический вкус. Можно, конечно, с натяжкой назвать это ванилью.
Ну, какая-то кондитерка, да. Какая-то кондитерка с каким-то вкусом, похожим на ваниль. Ну, скажу, что довольно-таки специфическая жижа, и однозначно не могу рекомендовать. Вот. Ну, в общем, попробовали. Теперь перейдем к выводам. Итак, выводы. Какие выводы можно сделать по данной жиже? Если расставлять приоритеты, на первое место я бы поставил... Наверное, я поставил бы Gem Monster. Gem Monster, но не только за счет вкуса, а за счет, во-первых, объема 60 мл и бонуса в виде ватки. И вообще, ну как бы по ощущениям, самая премиумная жижа. Так, по ощущениям. То есть ты понимаешь, за что ты платишь. Вот, по вкусу, да, вкус необычный, то есть не всегда можно найти жижу со вкусом бутерброда с маслом и с вареньем. Поэтому однозначно за необычность, за комплектацию, за внешний вид, за объем победитель данного барчика это Gem Monster Blueberry. На второе место я бы поставил Манго Кинга. Неожиданно, вот вроде бы бюджетная китайская жижа, но очень-очень такая пахучая, очень, может быть, даже немножко приторная, потому что действительно манго здесь очень много, вкуса очень много. Ну, мне, в принципе, это очень даже и понравилось. Ну, могу просто предостеречь, что, ну, она, возможно, кому-то покажется приторной. Но лично мое мнение, среди данной жижки, второе место заслужено, вкусно. Далее, идем далее. Zen Sensation. Проверенная мной жижа, которая, этот данный производитель мне нравится. Все, что я до этого и пробовал, мне нравится. И в очередной раз я убеждаюсь, что жижка от них всегда радует своим вкусом, своим навалом. И, в принципе, ценой. Стоит она недорого. Поэтому, беря все это во внимание, заслуженное третье место. В общем, это наши призеры. То, что как бы вот must have. Теперь по оставшимся ребятам. Ну, далее. Наверное, все-таки Йонтво. Йонтво. Ну, потому что за необычность, за то, что это прохлада. Летом это очень актуально, поэтому апельсинчик. 60 мл, цена приемлемая, ну, неплохо. Неплохо, можно взять, попробовать. Неплохая жижа. Дальше, все-таки Two Scoops. Хотя первоначально я думал, что эта жижа будет где-то среди призеров, но оказалось, что она не так уж хороша, как я предполагал. И стоимость ее как бы вообще говорит о том, что жижа должна быть премиальной. Но из плюсов это, конечно, валит она, наверное, больше всех остальных. То есть количество пара здесь больше, чем у остальных. Но сам вкус абсолютно какой-то непонятный. И если я вижу здесь вот пирожное с клубникой, какой-то пирог с клубникой, то я как бы должен это ощущать. Но я этого не ощущаю, я ощущаю, ну, просто какую-то кондитерку. И довольно-таки такого среднего качества. В общем, вот так. Ну, дальше Liqua. Liqua обычно, абсолютно обычная жижа. Печеньки, да, с карамелью какой-то. Ну, в общем, парибельная жижа. И на последнем месте EH20. Ваниль с кремом. Что-то вообще непонятное. Ну, опять же, парить можно, но что-то такое. Очень сомнительная. Единственный, возможно, плюс это то, что здесь у нас PG много, VG мало для любителей табачки, сигаретной затяжки, сигаретных баков. Я думаю, это пойдет для таких товарищей. Ну, в общем, выводы, в принципе, делайте сами. Спасибо за внимание. Если что-то вас заинтересовало, переходите по ссылкам на сайт Гербеста и покупайте жижку, которую я вам сейчас продемонстрировал. Если вам понравились
барчик, данный барчик, формат, в котором был снят данный барчик, ставьте лайки. И, в принципе, подписывайтесь на канал. И не забываем ставить колокольчики, расшаривать данное видео и тому подобное. Еще раз спасибо за внимание. Всем пока.